В Лионском аэропорту имени Сент-Экзюпери в понедельник утром произошел инцидент, из-за которого был приостановлен режим работы воздушной гавани. Неизвестный мужчина выехал на автомобиле на летное поле. На видео, попавшем в социальные сети, видно, как белая машина на высокой скорости едет по взлетно-посадочной полосе. За ней следует около 10 полицейских автомобилей. В какой-то момент злоумышленник выбрался из машины и пытался скрыться. Однако сотрудникам безопасности аэропорта после непродолжительной погони удалось задержать нарушителя. В результате произошедшего никто не пострадал. Мотивы поступка, взятого под стражу мужчины, выясняются.